отдел по персоналу обзор отдел. Говорить о различиях, какие различия между двумя кандидатами, как они соотносятся друг к другу, а где ключевые различия, как они по соотношению друг к другу, обсуждать сложности. У меня есть насчет ее способности работать под давлением. А главное, который меня интересует, это его технический, это вопрос следующий к его опыту управления людьми. Я беспокоил ее недостатком общаться с клиентами, сравнивая кандидатов. Джон Сильвер на деле, но в то же время с Элли в продажах. А Билли чуть-чуть лучше всегда приходит к отношению между персоналом нашей фирмы и они хорошие. Я думаю, Джордж определенно в технической стороне. Честно говоря, между двумя кандидатами, но меня особенно по способность Алекса управлять со сценическими данными. А после финального интервью, я думаю, Линда и Миранда выражаются за их навыки общения. Актировать приоритеты. Нам нужны люди с навыками продажи. Я думаю, главный при нашей организации найти... А те, которые видят наши фирмы на рынковых условиях. Нам нужно сфокусироваться на тех кандидатах, уже есть базовые навыки, чтобы быть в данной среде. Обсуждая организационные навыки, хорошо подходит. Цели Сэнди и ее ценности вписываются в нашу организацию. И это хорошо подходит для нашего... команды. А плохо. Если вы спросите меня, мне нужна более выразительная персональность лично этой роли. Поддерживать. Я уверена, что она хорошая, чтобы быть здесь успешной. Мне нравится Ребекку. А ты как считаешь? Предложение Джорджа меня устраивает больше. И Саля будет здесь хорошо работать. Предпредействие. Нам нужно выбрать решение. И согласовать со старшим руководством финального одобрения. Я рекомендую обратиться в отдел кадров, чтобы досать. Давайте предложим ей, посмотрим, как она реагирует. Хорошо, согласно, все, он нанят. That is then, we all agreed he is hired. Если хотите, чтобы насчет вас сказали эту фразу, выберите хороших репетиторов. Smart Teacher 197. У нас здесь успех.